Сейчас на сцене появится забавная, смешная мужская сборная. Сегодня я уже не говорил, это Кипиш, которые очень долго не могли определиться своим названием. Ваши бурные аплодисменты, Кипиш, прямо сейчас на этой сцене. На сцене команда Кипиш, и сегодня мы вышли на эту сцену для того, чтобы понравиться каждому из вас. Для того, чтобы... Стой. Вообще-то я собираюсь попасть в историю николаевского юмора, и я даже знаю как. Ну и как это понимать? Нет, ну Порошенко тоже так начинал. Какой ты молодец, Вова, умница. Решил брать пример с президента, да? Ну смотри, что тебе потом в Ростове не пришлось конфетки кидать. Команда Кипиш, поехали! Итак, для начала, парень, который абсолютно не вникает в суть вопроса. Здравствуйте, молодой человек, а вы не подскажете, который час? Наверное, да. Друзья, слушай, в очень бедной семье. Пап, я двойку получил. Ну все, неделю не смотришь в окно. Итак, пара патриотично настроенных журавлей пролетает над Москвой. Курле, курле! Друзья, в следующей миниатюре... Everybody. Сейчас я точно попадаю в историю николаевского юмора. Дорогие друзья, встречайте, наша землячка, несравненная Елена Беркова! Вова, объясни мне, зачем ты врешь? Это же не Беркова. Господи, я тебя умоляю, кто вообще помнит, как одета Елена Беркова выглядит? Вова, убери это безобразие со сцены, продолжай, пожалуйста, Вова. Друзья, случай в очень нестандартной семье. Мам, я беременна! Я тоже! Команда! Дорогие друзья, парень прочитал всего лишь одну книгу и пытается влиться в компанию к интеллигентам. Как говорил Пауло Коэльо, любовь, она как воздух. Ее не видишь, но чувствуешь. Ну, в данной ситуации я скорее согласился бы с Вергилием. Он утверждал, что начинания могут принести одной из сторон счастье, а другой — только трудности. Б. Пчилка. Пчилка, пчилка, жу-жу-жу. Ну, я как могу, так и вливаюсь. Смог. В следующей миниатюре мы хотим... Стой! Но сейчас я уже точно в истории. Ну и кого ты решил этим удивить? А что, в Николаеве каждый день убивают клоуна за связку шариков? В смысле? Дорогие друзья, сейчас я пущу в зал эти прекрасные шарики, и они прилетят вам прямо в руки и оставят в ваших сердцах все самое доброе и светлое. Молодец, Вова, так наобещал, наговорил красиво, да? А по сути ничего не сделал. Никогда не хотел в Николаевской мэрии работать, а? Давай, давай, продолжаем, Вова, пожалуйста. Представьте, парень, который абсолютно никогда не отчаивается. Дорогой, у меня для тебя отличная новость, я беременна, вот тест. Случай в кабине
машиниста поезда. А ну, Каренину знаешь? Нет, а что? А, да ничего, проехали. Так, сейчас представьте, банкомат где-то на улицах Львова. О, шикарно, банкомат, сейчас вы власти. Выберите мову. Русский. Я сказал русский. Ладно. Русский. Съел. Друзья, мы в конце. Вы знаете, наша команда считает, что в историю попадают не совсем те люди, которые должны там быть. Ну, сами посудите. Мать Тереза спасла тысячи детей. Коррумпированный брат военкома Игорь спас миллионы детей. Гаутама Будда открыл истину и повел за собой тысячи людей. Алкаш Валера нашел круглосуточный магазин на районе, и люди пошли за ним сами. Адольф Гитлер захватил полмира. Чарли Чаплин был первым известным актером. Моя бывшая ничего не добилась с такими-то усищами. Для вас выступала команда «Кипиш». И самое лучшее для нас это «Кипиш». Ну, не будем затягивать. Хвалите команду, а потом будете бороться. Но я не, ну, думаю, что не нужно объяснять, почему эти ребята сразу нам очень понравились. Виталь, фантики за собой. Очень вкусные конфеты, спасибо. Не трогай. Но мне очень понравилось. Вы, ну, опытные ребята, что говорить. Вы умеете себя вести на сцене. У вас есть культура сцены, прежде всего. С вами, я думаю, будет очень легко и очень продуктивно. Я не буду разводить антимонию. Вы классные. Классные пацаны. Нравится мне. Это вы хвалите или уже боретесь? Нет, это мы пока хвалим. В общем, хорошие, приятные ребята, с которыми было бы интересно поработать. Плюс видны задатки хорошего литературного юмора, который можно развить и сделать прямо. И потом использовать. Прямо сделать конфетку. Да, есть, кстати говоря, два актера, которые вот нельзя сказать, что вот кто-то выбивается, один хуже, другой лучше. Нет, есть два равноценных хороших актера. Вот представьте, что 100% команды и все хорошие актеры. Это ты себя, да, уже причислил третьим? Борик. Ну что ж, тогда можно начинать бороться за команду. Ну, на самом деле, у меня девочки, две девочки шаг за шагом отшили, я тебя решил с двумя мальчиками попробовать. Поработать. Вот теперь да. Вы понимаете, почему нужно идти ко мне? Да. Но я же нежный. Можно один поднять одного, другой к другому. Так, все. Тихо, мы шутки. Легче. Ну давайте, вы же мужики, определяйтесь. Попаролись, да? Давайте, нет, мужики, определяйтесь. А кто орел в Торешко? Ну, Виталя был орлом. Виталик. Виталий, дай нам тебе. Виталий, поздравляй команду. Ну что ж, поздравление команды. А, собственно, команда отправляется за кулисы.